Меня зовут Пелевина Татьяна, я представляю компанию Кадрлайн. К нам обратился индивидуальный предприниматель, деятельность которого – это розничная торговля прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах. Доработки программного продукта 1С управления торговли потребовались для внедрения торгового оборудования, которое должно автоматизировать торговые складские операции. Технические и программные работы выполняла наша команда ООО «Кадрлайн». Разработчик сам выбрал подходящее для клиента оборудование и провел его настройку. Опишу поэтапно внедрение технических средств и модернизацию системы 1С управления торговлей. Оборудовали рабочее место кассира в магазине, установили большой монитор с сенсорным экраном, установили программное обеспечение, синхронизировали передачу данных 1С, справочники, номенклатуры, прайс-лист, подключили терминалы сбора данных нового образца с поддержкой безналичных расчетов банковской карты, установили связь через интернет-кабель, расширили техническое оснащение сканерами, штрих-кодов, оборудовали кассу и складское помещение сканерами, настроили работу оборудования с функционалом 1С, автоматизировали складские операции, это прием товара, перемещение, инвентаризация и кассы, пробивка товара на кассе, произвели настройку функционала 1С управления торговлей под работу технических средств, сенсорный монитор, сканеры, отображение товаров на экране монитора, провели торговые операции, покупка, возврат. Обработка данных, полученных со сканеров, касса, склад. Клиент остался доволен автоматизацией бизнеса компании Кадрлайн. Теперь всю трудоемкую работу выполняет программа и специальное оборудование.